А ничего, слава богу, накормим. Накормим, я огурцов и дал, там только и все. Спаси Христос, батюшка. Ну давай, брат, пускай заезжает сразу. Что-то этого. А нет, сидит он там. Нет, Сорренто. Сорренто. Роу! Куда он там едет-то? Аккуратнее. Миром. Мир тебе тоже. Миром, братья. Ну что, без приключений? Да, все слава хорошо. Богу, да. Такси приехал. Рад был. Не устал, Максим, дорогой-то? Да, не устал. Не устал дорогой, говорю? Здравствуй, брат. Очень? Очень? Утомительно, да? Немножко мы... 15 часов дороги. Вас подвязали. Ну, чуть-чуть. Заплутали чуть-чуть. Не скучно будет теперь ждать? Особо-то не знаем. Не скучно будет. Где это? Тут же Стефан и этот. Стефан, да. Вы надолго? На 2 недели. На 2 недели. Ай, какая красота. Так, что, все здесь? Ну, все здесь. Железяки. Игнат Тихонович там? У себя? Да, он уже закрылся. Завтра утром пойдем к нему на молитву. Взяли коробку. Вот это и все. Здесь я к нему? А поэтому по триммеру ничего не взял? Взяли все. Взяли? Да. Вот они, карданчики. Карданчики. Как, какая-то статуэтка. По триммеру вот так. Это хорошо. Это что, карбюратор? Да. Отлично. Или что это такое? 1600. Mm-hmm. Ну это дубликат. Он сказал, что они... С того года. Ну что, какая... Нормально он, да. Потому что оригинал 3600. Он говорил, и его там не было, надо было ехать там на другой конец города, города, ну, чтобы это забрать. Ну, пойдет. Вот, а дубликат у них был. Говорит, хороший, говорит, настраивать ничего не надо. Говорит, кулибином не надо быть, да? Нечего там, говорит, сразу ставь и все. Ладно, спаси Христос, брат. Слава Христу. Ну, слава Богу, по милости Божьей доехали. Алло.